Гулять дальше своего двора раньше маленькая Кира не выходила. Теперь дома ребенка не удержишь, просится играть на новую детскую площадку. Мама девочки Алина Воробьева говорит, жители подружились, когда вместе подготавливали территорию для установки качелей и песочницы. Мы выходим прямо из калитки, попадаем на детскую площадку, которой раньше не было. Ну, собственно говоря, негде было гулять, негде было дружить. Ну-ка, вставай. Мы детей-то раньше не видели, не знали, а сейчас вот дружим, просится, плачет на площадку всегда. Теперь детская площадка – самое оживленное место в микрорайоне Луч. Ребят дошкольного возраста здесь много. Горка и лестницы пользуются большим спросом. У нас второй дом от поворота. Мы очень рады, конечно. Нам ходить не надо далеко. Все рядышком. Забежали, поиграли. На следующий год мы подрастем, да, и тоже будем играть. Конечно. В частном секторе поселка Зубчининовка детская площадка в диковинку. Обычно в таких условиях сложно найти для нее место. Нет большой свободной территории. Когда на заявление жителей из общественного совета пришел положительный ответ, расчищать участок стали всем миром. Все очень дружные, все сразу согласились, подписались, все активные. Мы сделаем вот здесь асфальтированную дорогу, то есть как бы закроем вот эту детскую площадку, выровняем. То есть мы будем ухаживать, все сделаем, доделаем. Много вопросов по уборке мусора, которые мы оперативно решаем вместе с местными жителями. Благоустройство района, это озеленение, это дороги. Ну, это, значит, культурно-массовый сектор, это участие, значит, всевозможных праздников. Решать вопросы частного характера несложно. Главное – объединиться. В помощь активистам и реформы местного самоуправления. 13 сентября состоятся выборы в районные советы депутатов, после чего народные избранники и займутся воплощением пожеланий самарцев в жизнь. Алина Чемерес, Максим Гусев, «События».